Итак, что я предлагаю? Первое. Участие, а не бойкот. Второе. Обсуждение тактики голосования со всеми активистами, политиками и неравнодушными людьми. Третье. Тактика, которая объединяет, а не исключает. Например, голосование за любого кандидата или испорченный бюллетень. Надо добиваться второго тура. Мы должны придумать, как нам показать, что нас много. И последнее. Нам надо много работать для того, чтобы создать сетевую, низовую кампанию, где каждый мог бы почувствовать, что от него зависит будущее нашей страны.